Привет, друзья, с вами Спикер, и мы играем в Форест. Сегодня спускаться будем в очередную пещеру. Друзья мои, уже в третью пещеру в Форесте. И спускайся, мой друг. Я знаю еще две пещеры, но в следующих сериях мы, конечно, спустимся. А сегодня у нас очередная пещерка. Ну, я думаю, будет довольно интересная пещера. Посмотрим, что у нас можно найти. Также в Форесте есть карта. Я ее нашел в мультиплеере, с ребятами играл, но в одиночке пока что я ее не нашел. И на ней все отмечается. Вижу труп уже. Есть уже труп один. Да, мой друг. Будет его довольно интересно, что у нас, кстати... Ух ты, черт, что происходит? Так, берем уже хорошее оружие. А, какие-то голоса я слышу. Так, я вижу прям по курсу. Да, есть движение прям по курсу. Ребята, видимо, сидели и отдыхали. Пещерки. Давай, хорошо, я буду нападать. Я уже в этот раз буду нападать, мой друг. Мы разберемся. Ох, как музычка прям. Эпик какой-то. Ох, они между собой еще. И мы разобрались со всеми. Кто тут был? О, батончик выпал. Кстати, мой друг, что у нас получается? Так, нам нужно проверить на снаряжение, что у нас есть. У нас есть три батончика, у нас есть вода, у нас есть динамит, есть лекарства. И... одни таблетки. У нас также есть фонарик, стрел у нас нет, но в принципе можем одного монстра убить, осьминога, либо паука сможем одного убить, но я смотрел по карте, нашел в интернете, по карте показано два чудовища, бывает даже в одной пещере, но надеюсь не в этой пещере будет. Так, камни, давай соберем все, обыщем тут. Тут довольно такое большое помещение, скажу, да, очень большое помещение и очень темное. Чертовски темное помещение. Так, руки чьи-то нет. Уже рук, видимо, у меня слишком много. Ну что ж, мой друг, пойдем дальше. Пойдем уже вот сюда. Я вижу, здесь проход какой-то. Столы какие-то, доски. Давай зажигалку уже. Видимо, нас туда не пускают. Мы все-таки туда пройдем. Конечно, пройдем. Так. Узкий проход. Мне как-то хочется найти карту уже в Форесте и уже... путешествовать прям по карте. Ох, май га. Я уже слышу дыхание чье-то. Пойдем очень медленно и очень аккуратно, мой друг. Да, есть какое-то дыхание. Дыхание есть. Берем факел, мой друг. Берем уже палку, изготовим и уже так убрать. Взять в руку. Давай-ка поджигай его. Сейчас мы сразу же разберемся, если что. Так, можем так обороняться, если что. Ох ты, черт, реально, я какой-то... кого-то я... О, вот он спрыгнул откуда-то. Бьем сразу же, мой друг. Все, удар один, и пускай горит. Пускай он горит. Гори уже, сдохни. Сдохнешь наконец-то. О, зубы выпали. А, давай еще разок. Зажигалку. Он еще живой, друзья. Бьем еще разок. Да, вот так можно поджигать, довольно очень удобный способ. Ну, нужны тряпки, нужны... он, кажется, все. Да, он готов у нас. Труп есть. Берем труп и выкинем прямо на дорогу. Так, он, походу, один тут был. Так, заберем. У нас уже потухло. Нам нужно все-таки еще одну тряпку и палку. Можем изготовить на всякий случай. И взять с собой уже. Кстати, помню функцию с динамитом. Довольно хорошо освещает динамит. Ну, более-менее, да. Ну, довольно неплохо. Так, что у нас такое заберем? Если что, сможем сразу бросить большого монстра. Кстати, большое помещение. Очень много сумок каких-то. И у нас есть спуск гораздо ниже, друзья. Чуть позже спустимся. Сейчас проверим, что у нас тут есть. Проверим, может даже и найдем тут карту. О, есть у нас доски. Так, тут где-то у нас... что у нас, кстати, сверху? Сверху прохода нет никакого. Какой-то свет вот тут есть. Тихо, главное никуда не провалиться, он вниз. Так, вижу много костей, тут нет. Соберем все. Ох, у нас тут динамит, друзья, есть. А, нет, это не динамит, это у нас зажигательные снаряды. Я тут вижу проход, все-таки есть. Очень большая пещера, я думаю, вся серия будет в пещере происходить. Ну, динамит, кстати, хорошо освещает. Давайте, наверное, уберем динамит и посмотрим, как освещается без него. Да, видно, что очень плохо освещается, ну, в принципе... Чуть-чуть. Вот есть еще один факел. Так, соберем. У нас есть три зажигательных снаряда. И, мой друг, мы идем дальше.
Что-что? Там тупик, что ли? Нет? А, что-то выпало, какие-то кишки. А наверх прохода нет никакого, это просто доска ставил. Я как-то уже понадеялся, что там реально что-то будет интересное, но я там ничего не увидел. Хорошо, бери динамит. Динамитом реально очень хорошо освещается. Вот. Вот реально, мне гораздо удобнее динамитом освещать. Так, и прохода там наверху нет у нас. Видимо, нету. И мы, наверное, спускаемся ниже, мой друг. В пещере нужно прислушиваться к шорохам, крикам. Так, сумки, сумки, если... Так, соберем. Да, мой друг, давай спускаться вниз. Я вижу, тут больше ничего у нас такого нету хорошего. А наверх попасть можно? Хотя наверху там, кажется, ничего нет. Ну, хорошо, вот на спуск ниже, на уровень. Так что будет довольно интересно. Хорошо. Берись за веревку и спускаемся ниже. У нас уже проголодался, так что нужно покушать батончик. Зажигалку. Тихо, тихо, тихо. Нет, уже, все уже. Готово. Что у нас тут уже мигает? Что-то там мигает. Ох ты май гад, тут еще спуск ниже есть. Так, заберем. Что это такое? Это чья-то голова. Так, хорошо, спускаемся еще ниже. У нас уже много черепов. Эх, да, много чего. У нас сколько батончиков? Батончиков много, так что я дам тебе один. Наш герой-одиночка спускается все ниже и ниже, и будет довольно... Что это такое? Походу, очень высоко. Зажигалку давай... Реально, ни черта не вижу без зажигалки. Дыхание. Он чувствует, он, видимо, чувствует у меня какой-то страх, волнение. Правильно, мы спускаемся куда-то вниже в пещеру, и он, конечно, это чувствует. Так, черепа, черепа, какое-то большое помещение. И, кстати, там что-то блестит. Там, наверное, очень много воды и отражается. Ух, какой красотень. Там очень красиво, друзья. Ну, идем туда. Сейчас проверим, что у нас тут есть кости. А, да, можем сварганить, кстати, вот такую. Ну-ка, давай сварганим вместе с черепом. Пускай свет освещает, куда нам обратно идти. Тут, в принципе, много не нужно. Вот такой. Один череп. Черепов у нас много. Всего лишь три ветки. Ей нужна листва. Все. А этот свет будет уже к выходу, к нашему. Если придется очень быстро убегать. Что это такое? Ух, мы нашли иконку. Довольно красиво. Я бы ее домой повесил бы. К себе туда. На пляж. Так, что здесь? Ветки. Давай заберемся чуть повыше. Неизвестно, что у нас тут будет. Ну, довольно красиво. Такие-то скалы, скалы. Какие-то проходы есть. Давай-ка выше, мой друг. Так, сюда пройдем. Тут можно пройти поверху, в принципе. И мы обошли как-то вокруг. Так, тут спуска нет у нас. Нам бы не застрять, нет, да, тут не будем проходить. Уже пройдем нормально, понизу. Так, и что у нас? Получается водичка, и под водой, видимо, что-то есть интересное. Или это просто тупик? Так, ну хорошо, берем фонарик, наверное, может фонариком может будет светить уже... Так, да, есть фонарик, возьму, наверное, уже топорик. Где наш фонарик? А у нас плохо освещает, да, в одиночке у нас довольно плохо освещает фонарик. Ну, давай нырнем под воду. Ну, там я абсолютно ничего не вижу, очень темно. Нет, мой друг, давай-ка обратно, давай обратно в воздух. Да, видимо, тут никакого прохода нет. Хотя, кто его знает? Давай-ка еще разок. Попробуем. В принципе, можно кинуть зажигательную снаряд и посветить. Ну, тут что-то я собрал. Камни какие-то. Хорошо, давай обратно. Видимо, это у нас тупик. Просто ради красоты сделано. Мы уже выходим из-под воды. Так, а прохода реально никакого нет. Ну-ка, по всем углам проверим. Потому что не хочется мне возвращаться в пещеру. Если что-то я упустил, и вы, конечно, напишите в комментариях, что в этой пещере интересное было и есть... Нет, берем зажигалку, берем зажигалку, берем динамит, довольно хорошо освещается. Так, ну хорошо, мой друг, пойдем обратно. В принципе, тут я больше ничего такого не вижу, вижу череп и все. Что-то свисает с потолка. Так, хорошо, возвращаемся обратно, у нас там, по идее, череп есть, и тут у нас ничего такого нету интересного.
Так, вижу черепок. Черепок есть. Никого не было. Спустились просто так и все, что ли? Ну, не может такого быть, что просто спустились и все. Стопудово что-то должно быть интересное. Так, костей уже много. Ну, вот веревка есть и все, в принципе. Хорошо, мой друг, поднимаемся уже выше. Я думаю, все-таки под водой что-то там есть, но я уж слишком не буду долго зацикливаться на этом. Искать мужик хочет пить и есть. Да, уже захотел мясо. Захотел мясо, захотел питья. Сейчас мы поднимемся и все это сделаем. У нас в пещере, по идее, там еще проход был один. Так что мы пойдем в другую сторону. Так, давай-ка. Выше. Да, уже вернемся обратно к нашей веревке, к нашему выходу. И в другую сторону пойдем. Там что-то у нас тоже есть. Так, никого нету. Давай-ка быстренько поедим. Все, готово. Какие-то звуки. Все спокойно, все спокойно. Идем обратно. Идем к выходу. Наш труп валяется. Так, тут, по идее, у нас один проход должен быть. Да, вот один проход. Он ведет именно к выходу. Пригнемся. Так, давай еще раз пригнемся. Так, движения никакого я не вижу. Все спокойно. Да, тут убили двоих уже. И вот наш выход, друзья. А, по идее, есть еще проход, кажется, в другую сторону я замечал. Есть проход. Ну, пещерка должна быть. Должна быть довольно интересно. И что у нас тут? Наверх куда-то. Так, неужто здесь тупик, друзья? Не может быть, чтобы тут был тупик. Все-таки должен проход какой-то быть. Пещера, это же пещера-то. А, хотя вот что-то я вижу. Ну-ка, соберем ветки. Да, есть все-таки какой-то проход. Куда-то мы все-таки идем. Так вот, выше поднимаемся. Никаких трубов, никаких предметов нету. Вижу только свет в конце туннеля и все. Нужно пригнуться, что ли? Нет, в принципе, пройдет. Нет, нужно пригнуться. Тихо-тихо. Так, походу это уже куда-то выход на улицу, что ли. Мы же вроде спускались. Ну хорошо, мой друг, выходи уже на улицу. А, интересно, где ты у меня выйдешь? А, друзья, мне кажется, я вышел прямо возле дома. Да, тут должно, по идее, быть озеро. И я вышел рядом с домом. Чуть выше у меня дом находится, ну-ка, чуть выше. Не уж такая очень простая пещера, но я не могу поверить. Да, это тот самый выход. И у нас уже утро. У нас уже утро наступает. Ну что ж, друзья, вы напишите в комментариях, что я упустил в этой пещере. Мне, правда, она не очень-то и понравилась. Убил парочку негодяев, бросили динамит один раз. Ох, да. И моего дома нету. Да, друзья, моего дома нету. Ну, хотя он слишком-то мне и не нужен был. Теперь я знаю, как уничтожать дома. Если они мне не нужны, я просто бросаю динамит и его взрываю. Хорошо, мой друг, мы идем уже обратно путешествовать, у нас уже утром, довольно хорошее утро, чтобы парочку зайцев поймать и их зажарить. Так, ну пойдем в ту сторону, вернемся, если что, в лагерь, вернемся в другой. Так, так, спокойно, у нас есть водичка. Так, лечебные травки соберем. Да, лечебные травки пригодятся, но пещерка... Но абсолютно ничего нету. Мы спустимся в другую пещеру, в другой серии, возле каньона. Довольно там интересная пещера будет, что у нас происходит. Мы тут уже были. Да, знакомое местечко, кстати. Знакомое место, уже все открыто. Мы пойдем уже сюда выше. И у нас, по идее, выше есть лагерь. Можно его укрепить в этой серии. Его укрепить, поставить парочку ловушек. Так, мой друг, ты, видимо, устал. Что у нас есть? У нас есть ноги. Их можно сделать коктейль молотова, в принципе. Давай-ка сделаем коктейль молотова. И пойдем уже выше. Нам нужно собрать веток. Сколько у нас веток, кстати? Да, можем еще собирать. Так, выбрось. Листва тоже пригодится, конечно же. И куда? Куда? Выше еще нужно забираться, мой друг. Ты у меня же как-то устал. Давай, мой друг, быстрее идем вперед. Конечно, хочется поймать кролика и как-то в клетку посадить, но я не знаю, правда это неправда. Так, соберем. Так, все уже слишком много всего. И мне нужно прямо наверх. И у нас там, по идее, лагерь должен. У нас уже новый забор из костей строился. И что, где проходить можно?
Да, вот прям выход и ветки еще. Нужно нарубить еще парочку бревен, конечно, построить еще парочку. О, к тому же движение вижу. Движение есть, так эпично пробежался возле солнца. Вот ребятишки бегают, да, вижу, ребята бегают, мы забегаем. Ох ты, сколько вас тут, ребята. Я у них сделал дома. Тихо. А, ребята, айда прям сюда. Реально, пойдемте сюда, ко мне в гости. Пойдемте в гости. Это что такое? Это я строю? Нет, это вроде бы не я строю. Да, вот у нас продолжается... Оп, один попался, мой друг. Нужно... Ну, оп, второй попался. Да, друзья, попадается довольно интересно. Нужно его убить. Быстрее нужно его убить. О, сколько вас тут, ребята. Все, он вроде бы убитый. Мы активируем. Его готов. Оп, он перепрыгнул просто ее. Как он уже перепрыгнул так? Он все равно у меня без зубов останется, и у меня все равно... Так, я не могу пройти тут. Ржет. Как он ржет-то? Это еще один. Давай с тобой разберемся. Давай, бей его. Давай, добивай. Дышит еще. Нет, все, готов. Готов, забираем его. Нам нужны, по идее, косточки. У нас тут два костра есть. Давай такой разведем. Да, нужно обработать будет косточки. Я вижу еще. Она ест. Она реально ест, и мы активируем. Быстрее, мой друг. Я не успел ее. Ну хорошо, ну забираем труп уже. Кстати, можно попробовать. Да, можем ставить труп. Оп. Какого черта ты бегаешь не так, как нужно? Еврей. Ох, ты какой ты. Так, чей это труп взял? Так, давай заберем. Так. Оп, готово. Да что ж такое-то? А, иди сюда, мой хороший. Иди ко мне, я тебе сейчас... Оп. Попался, наверное. Все, по черепушке его. Забираем. Не трожь мой забор, красавица. Ух ты, какой ты дерзкий-то. Ну хорошо, разберемся с тобой уже. Все, она готова. Да, она готова уже. Сода вылетела. Так, где мой костер, кстати? Он уже куда-то пропал. Видимо, он пропадал уже. Ну, давай другой разведем. Все, другой готов. Давайте бросим сюда уже. И нужно бросить ножку. Потому что уже как-то проголодался. Мы сейчас будем уже строить, уже продолжим наш забор. И нужно построить парочку ловушек еще, конечно же. Так, что у нас из костей? Да, можем строить. И нужно построить вот именно вот сюда еще ловушку. Так, давай кому вдруг нужно будет построить черепок. Вот сюда, чтобы хорошо я так видел, освещался. Так, готово. Готово, следующий. Что можно еще построить? И так. Вот у нас ловушки. Давай вот такую. Очень эффектная, очень красивая такая. Особенно, когда труп снимать. Ну, прямо вот сюда. Да, у нас есть вон там одна, вот тут будет еще одна. И будет довольно интересно. А разрушить мы сможем, да, этот забор? Если что, проходить. Ну, хорошо, трогать не будем. Так, нужна черепашка. Мне нужна черепашка, чтобы достроить его. Так. Пойдем рубить уже бревна. По идее, нужно пускать... Да что ж такое с костром-то сегодня? Так, давай-ка активируем. Готово. Труп заберем отсюда. У нас опять погас костер. Нога у меня опять куда-то делась. И нужно другой костер, наверное. Так, хорошо, мы друг берем другой костер. Ставим уже сюда. Пойдем за ветками. Нужно разобраться с трупами еще. Так, бросай сюда труп еще. Вот еще один труп, который висит. Так, сразу заберу сперва этот труп. А потом уже тот труп заберу. И... Так, все, спускаю тебя. Так, спускай его. Так, это включай. Ну, где ж тут? А, вот, есть. Все, готово. Хорошо, идем рубить уже наши бревна. Бревна нарубим. Сделаем. Так, вот еще должен активировать. Трупы я тут не вижу. Видимо, ребята очень быстро бегали, шустро. Так, идем рубить уже бревна. Да, бревна находятся только внизу. Конечно, проблема. Они могут падать вниз. Так, убери зажигалку свою уже. У нас уже проголодался, нам нужно, по идее, ветки. Нам нужны ветки, чтобы сделать костерчик, и у нас нужно аптечку. Все, аптечка есть. Рубим, мой друг, рубим. Ну, по идее, можно тут сделать ловушку. Ой, я даже не знаю. Нет, не нужна тут ловушка, давай рубим. Отлично. Так, давай падай прямо в ту сторону. Ох, не сюда. Придется искать, понял. Ну, пойдем искать, они укатятся. Так, тихо, где-то вот ловушка. Ну, давай сюда бросаем. Брось сюда, потом мы разберемся. Так, вижу, много веток. Так, рубим ветки, можем, в принципе, мечом довольно эффектно рубит. Уже укатились. Так, у нас тут три бревна.
Хорошо, три бревна соберем сверху. Я думаю, нужно будет чуть подальше рубить. Потому что все-таки деревья пригодятся. Если что, рядом будет, деревья, они пригодятся. Так, вот сюда набросаем. Так, пойдем чуть дальше нарубим. Там, по идее, еще одно бревно. Ну, вот прямо вот это дерево можно рубить уже. Да, давай сразу рубанем несколько бревен. Потом пойдем. Нужно будет перекусить, конечно же. Так, у нас батончиков. Батончиков довольно маловато. Я уж поэкономлю. Давай мы только обойдем быстренько. Так, собрали, собрали. Ветки еще. Да, нужно найти все-таки топор, и хочется как-то топором. Он гораздо быстрее рубит. О, прямо на меня! Прямо на меня летело. Так, собираем. Сразу наверх, чтобы они не потерялись. А, ну, думаю, здесь будет достаточно. Нет, погоди, все-таки чуть дальше. Вот, вот сюда. Бревна, конечно же, пригодятся. Я вижу еще, укатывается, укатывается. Так, одно, второе. И наверх. Так, нужно будет аккуратно проходить тут. Ну, уже можно сделать, в принципе, костер уже можно сделать. У меня уже есть, щепки есть, можно сделать. Но мы еще нарубим чуток. Так, вижу, еще можно веток. Так, камни вроде бы. Камни. Так, вот еще есть ветки. Да, еще вроде берутся. Хотя, нет, уже не берутся. Пойдем уже сделаем. Хотя, зачем просто так идти? А где мои бревна? Куда-то укатились, походу, уже. По идее, два штуки оставались тут. Внизу я уже их не вижу. Посмотрю наверху, может где-то все-таки зацепилось. А вот одно из них. И где-то еще тут было все-таки. Хорошо, отдохни. А вот оно, отлично. Поднимаемся и пойдем, наверное, поедим. Разведу костер. И я продолжу строить все это дело. Так, готово. Да, можно еще сделать такую приманку, чтобы за ногу поймали. Так, ну вот наш костер готов. Так, что это такое блестит? Так, у нас сигнальная ракета, ну довольно хорошая сигнальная ракетка. Давай бросаем в труп уже. Труп бросаем, конечно, берем ножку и пожарить нужно ее. И нужно разрубить, потому что у нас уже мясо закончилось, нужно рубануть парочку ног. Птичка пролетела, заберем перья от нее. Давай, руби, мой друг. Ох, хорошенько рубанул. Давай, бросай его уже вовнутрь. Можно сделать еще одну скульптуру. А я вроде бы уже как-то собирался делать. Ну, в другой раз. Нам нужны кости, чтобы закончить наш забор. И мы идем уже строить. Давай-ка строить. У нас там... А вот я, по идее, да, вот поставил. Я же вспомнил, куда я поставил. Так, нужны щепок и еще, да, нужны еще ветки и еще парочку бревен. Бревна есть. О, какой большой костер. Очень большой костер. Будет, конечно же, найс. Нужно больше веток. Идем уже обедать. Что у нас с обедом? Я не вижу мой обед. Все, поелим. Нужно будет, конечно же, еще, потому что у меня реально голодный. Так, давай еще. Вижу, еще черепа есть. Так, косточки собрал. Можно их изготовить. Так, сюда посадим. Конечно, построим забор, это будет смотреться обалденно и очень красиво. Нужно будет все это место осветить, друзья. Так, что у нас? Да, осветить, осветить. Так, соберем еще веток. Так, 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 веток, сколько веток? Веток тут довольно много, и все это рядом находится. Так. И нужно, кажется, еще бревна. Так, все, у меня уже десяточка есть, идем обратно. Все, мой друг устал. Так, у нас, по идее, еще одна ножка там жарится. У меня уже какие-то крики. Берем уже нашу дубинку. Давай, мой друг, скорее. У нас там нога, кажется, жарится. Так, все, есть можно. У нас косточки есть. Собираем. Он. Никто не попался. Никто из ребят не попался. Так, готово. Чуть назад, мой друг. Иди ко мне. Иди ко мне. О, а почему она не сработала там? Что же такое-то? Оп! Прямо на нас. Прямо на нас, мы еще живы. Мы живы, берем таблетки. Сейчас, красавица, я вот эту закончу. Да, она готова, и я отбегаю от нее, чтобы... Она сработала. Что ж такое-то? Какие вы агрессивные-то. Какие вы агрессивные. Так, ходу делаем. Быстренько ходу. Так, включаю, у меня уже аптечек нету, как видно. Сколько у вас тут? Их... Они уже днем приперлись сюда. Все, готов. Тебя опускаем. А, как она орёт-то?
Это твой муженек был? Тихо. Какой, значит, разберемся с тобой. Оп. Кто? Кто умер? Никто. Никто не умер, конечно же. Так, включаем ее уже. Забираем наш труп. Бросаем уже в костер. Нам нужно больше костей и уже оградиться от вас. Как-то более-менее оградиться уже будет. У нас две оградки. Внутри периметра и снаружи периметра. Что у нас, кстати, с этой? Да, вот есть еще одна же. Можно тоже ее включать. Все. Нужно закончить строительство. А бревна у меня, по идее, есть. У меня уже аптечек нет, друзья. Ух, да. У меня уже трав нету, аптечек нету. Так что я не знаю, что делать. Нам нужно идти куда-то уже днем, потому что ночь мы уже не выживем. Ух, как они кричат-то. Быстрее, быстрее, мой друг. Еще там бревна нужны. Так, готово. Нужно еще 20. 20 щепок. Так, есть перья. Оп. Давай еще разок. Еще разок, мой друг. А нет, он готов. Да, я смотрю, вроде стоит. Все, готов. Заберем труп твой. Бросим его в костер, конечно же. Так, косточки. Сколько костей-то? Костей уже много. Нам нужны все-таки аптечки. Аптечки довольно полезная вещь. В форесте. И еще косточки. Друг мой, а что, что мне не горишь? Иди гори. Вместе с остальными. Ох, сколько камней. Камней тут много. Нужно еще бревна закончить строительство. Так, пойдем возьмем бревна. И пойдем еще за щепками. Ребята приперлись уже домой к себе, видимо. Уже темнеет, и ребята сюда приперлись. А тут нежданчик-то уже у нас 3. 3-4 ловушки уже. Все, нужно будет 10 щепок. И мы пойдем вместе с мечом рубить наши щепки. Так, что у нас с костями? Мне нужно еще парочку косточек. Так, кости есть. Так, соберем. Да, пойдем сделаем. И заодно возьмем уже парочку десяток. Десяток уже веток. Так, все готово. Так, вот в этой стороне у нас довольно много изобилия веток. Вот они сколько. Елочек. Очень много елок. Очень много веток будет. Так, 4 уже есть. Вот сколько. Сколько деревцев. Рубим все подряд. Так, 7, еще 3 штучки. И пойдем обратно, мой друг. Так, еще одну давай. Давай еще одну. Готово. Идем обратно. Ох, какой забор. Обалденный забор. Нужно будет еще поставить с черепами. Это будет суперски смотреться. Давай закончим. Последний. У нас уже 3. 3 больших ловушки есть. Тут будет просто изобилие трупов, конечно же. Готова она. Она готова. У нас 3 уже больших. И нужно, конечно, еще поставить. Кстати, вот тут нужен тоже забор сделать из костей. Ну, пускай ребята оттуда приходят. Оттуда приходят и сюда приходят. Так, что у нас? Нам нужно закончить еще скульптурку, я вижу. Да, нужно еще ветки. Так, есть у нас косточки. Давай заберем кости и пойдем уже достроим. Да, забор довольно большой получился. Что-то впереди, кажется, было, нет? Так, не хватает, не хватает еще. Ну хорошо, мы идем уже за ветками еще. Так, вот я вижу, ниже спуститься можно. Есть елочки. Елки вроде появляются потом в форесте. Со временем они появляются, кстати, тут довольно такой обрыв. Ну-ка посмотрим на красоту. У нас всего лишь 40 хп, да, такой очень резкий обрыв вниз идет. И тропинка есть такая. Так, 8, еще 2 веточки и идем обратно. Отлично, все, идем обратно, достроим там скульптурку нашу. И что можно еще построить? Ах, можно еще с черепом построить, да, чтобы свечку с черепом, чтобы хорошо освещалось. Так, ну, вот такую можно поставить. Их можно несколько штучек поставить. Так, давай изготовим. Тут, в принципе, можно 3 поставить. В центре еще одну, хотя можно 4. Вот еще такую и дальше. Дальше пойдем. Да, будет довольно большой промежуток. Мы поставим побольше. Так, еще один. Все, давайте все это изготовим. Черепов у нас много, веток тоже довольно много уже. Все это быстренько изготовили. Вот у меня уже нужен череп и нужны ветки. Хорошо, сбегаем за ветками. Уже наступает ночь, у нас нет таблеток, так что у нас будет очень жаркая ночка. Так, я слышу чьи-то голоса. Так, вижу еще ветки. Сколько уже у нас? 5. 5 еще. Так, можно собрать все.
Да, хорошие местечки бывают, когда можно нарубить и без проблем набрать уже 10 штучек. Готово, идем обратно. Так, что-то там было. Можно найти лечебные травки и уже сделать травки лечебные, чтобы пополнить наше здоровье. Нужен один череп. Ну хорошо, на костре, я думаю, он у меня будет. Ну так уютненько уже сделали. Так, что у нас тут? Какая-то травка растет, нужно убрать, чтобы она не мешалась. Да, мой друг, ты меня захотел щупить. У нас есть для питья, но у нас нет черепашки. У нас черепашку нужно будет сделать, конечно же. И черепа взяли. Так, закончим это. Нужно будет еще парочку трупов. Так, это готово. Так, это тоже готово. И чуток осталось. Так, у нас нужен череп. Ох, у меня черепа нет. Погоди, мой друг, нужно посмотреть. Да, у меня даже головы нету. Ну, будет скоро. Будет скоро ночь. Конечно же, будет череп. Вижу парочку бревен, которых можно, конечно, отнести в лагерь и пригодятся. Давай-ка отнесем. Интересно, а если их бросить в костер, они будут гореть или не будут гореть? Так, у нас уже темнеет и нужно как-то какие-то припасы. Нам нужны припасы. Так, я вижу камень, веревка. Веревка, чтобы повеситься. Чтоб нас не убили. Так, что тут есть? У нас, по идее, динамит еще есть, так что, если что, мы воспользуемся всеми способностями, чтобы защищаться. Давай соберем, может, какие-нибудь травки найдем. Это, кажется, не лечебное. Ух, нет, я уже прям почувствовал, что это не то. Кстати, мы еще не спускались в эту сторону, нужно будет разведать, что у нас в этой стороне. Можно, в принципе, сбегать туда. Домов там я не вижу никаких, но какой-то обрыв большой. Давай проверим, мой друг. Я вижу, в той стороне есть два дома. А вот тут у нас какой-то реально жесткий обрыв. Так, вот синяя. Давай поедим. Да, у нас пополнилась вода еще. Хорошо. Да просто прекрасно. Вот еще ягодка есть. Вот, давай еще поедим. Нам нужны лечебные травы, чтобы сделать аптечку. Я вижу, какой-то тут какая-то вода есть. Так, и куда это ведет все это дело? Ну-ка посмотрим, мой друг. Там вижу парочку сумок. Там какой-то большой обрыв. Это, мне кажется, каньон. Мы находимся прямо рядом с другим домом. Ну что, мой друг, да, мы уже хорошенько так укрепились со всех сторон с тобой. Так, отлично. Давай-ка. Одного раза достаточно. И тут есть еще сумки. Да, мы пойдем уже туда. У нас-то, по идее, каньон. И у нас там наш дом тоже находится. Все нормально, открыли сумки уже. Так, это уже открыто. Нет, это было закрыто. А давай-ка выйдем отсюда. Так, бросит мячик. Давай-ка выйдем отсюда и посмотрим, что у нас. Ну, таблетки нам, конечно же, нужны, потому что без них очень тяжко. Ох, какой обрыв. Обрыв очень большой, и нам нужно вот в эту сторону пойти. А, да, вроде это каньон, он находится. Мы находимся с другой стороны, как спуститься? Аккуратно бы. У нас КП и так нету. Вот, можно спуститься, в принципе, аккуратно. Вот, все. Да, дорога мне-то знакома. Мы уже тут проходили. Когда в первый раз увидели каньон, мы проходили. И по другую сторону каньона у нас находится лагерь, где находится наш дом. Наш дом, где может сохраниться, конечно же, конечно. Как красиво, друзья. И очень красиво. Можно даже убрать оружие. Вот так. Ух, да. Нет, вот так убрать оружие можно. Красиво. Ну пойдем, пойдем, мой друг, пойдем вокруг уже. Берем уже самурайский меч, я думаю, довольно с ним эффектно ходить. Так, камни у нас есть. Ну, можно пройти по берегу и посмотреть там парочку бутылок спиртного. Ну, нужно как-то в темпе уже идти домой. Уже домой идти туда. И уже обороняться от берегенов. Ну. Так, ветки. Вижу какой-то из проход уже именно на запад, то есть на восток. Не знаю, я бы, если горы, я бы сделал, конечно, бы север, но что ж такое-то. Давай добежим уже. У нас уже темнеет. Быстро темнеет, давай-ка уже включай фонарик. Все, есть свет. Мы дадим уже, конечно, будет темно. И уже в следующей серии продолжим уже обороняться в лагере и посмотрим, какие чудовища к нам придут в гости в этот раз. И, конечно, проблема будет без аптечки, но попробуем, мой друг, попробуем. Кстати, тут есть еще одна
А вот на, вот, друзья, это в каньон спускается. Хотя, погоди, это у нас не каньон, это у нас вода. Где мой свет? А, хотя нет, это в каньон спускается. Да, это именно в каньон спускается пещерка наша. Тут, кстати, две пещеры прямо рядом находятся. Кажется, уже какие-то шорохи. А, да, кажется, я уже слышу... Что ж такое? Мы уже приходим сюда, и тут у нас был паук, друзья. А у нас тут был паук, и я сейчас никого не наблюдаю. Нам нужно быстро развести костер, конечно же. Это все в следующей серии. А с вами был Спикер, и увидимся в следующей серии. Всем спасибо, до новых встреч, всем пока.